Да, и следующим произведением мы исполним песню Леонида Агутина. В конце нашей Спасибо. Программы, правильно говорить, да? Это вообще Слава должен говорить, он сегодня ведущий. Давай, итак, красивым своим бархатом. В конце нашей программы. О, да. О, да, к сожалению, наша программа подходит к концу. Мы очень рады, что вы все сегодня, что мы все сегодня здесь собрались. И в конце программы прозвучит прекрасная, зажигательная песня, под которую можно даже танцевать, но нельзя громко петь никому, кроме нас. Да. Песня Леонида Агутина «Пароход». Корабль шел по курсу, унося меня на юг. На окраине планеты я тебя увидел вдруг. Только твой пароход, уходя на дальний ход, неуклонно шел на север, уходя на якорь борт. Не уходи, постой, просто побудь со мной. Я не прошу ни о чем, и обида ни при чем. Но ты не уходи, постой, просто побудь со мной. Я не прошу ни о чем, и обида ни при чем. О, ни при чем. Уа-ба-да-ба-ри-ба. Пароход, набирая полный ход, так застенчиво и игриво возвращался в порт. Не уходи, постой, просто побудь со мной. Я не прошу ни о чем, ни обида ни при чем. А ты не уходи, постой, просто побудь со мной. Я не прошу ни о чем, ни обида ни при чем. О, ни при чем. Вабари, е-о. Прошу, не уходи. За тобой пароход, он поплывет круглый год. И может ветром пойдет он белоснежный пот. Но ты не уходи. Ла-па-рю-ва, ла-па-па-рю-ва. Ла-па-ра-па-ди-ра, ла-па-ди-ра-пау. Ла-па-па-ди-ра. Ла-па-па-па-ри-ду-ди-дау. Ди-ду-ди-да, ди-ду-ди-да, ди-ду-ди-да. Ла-па-па-па-ди-ра-пау. Бум-га-ла-бум, бум-га-ла-бум. Не уходи, постой, просто побудь со мной. Я не прошу ни о чем, и обида ни при чем. Но не уходи, постой, просто побудь со мной. Я не прошу ни о чем, и обида. Не уходи, может, просто побудь снова. Я не прошу больше, ни обида ни при чем. А ты не уходи, может, просто побудь снова. Не прошу больше, и обиды ни при чем, о, ни при чем. Спасибо огромное. Отдельного каждого. Люблю, обожаю. Друзья, сядьте, пожалуйста, на одну секундочку. Сядьте. Ребята, во-первых, давайте поаплодируем и поблагодарим всех педагогов, которые с нами занимались все это время. У нас настала финальная часть нашего рейса, нашего белого парохода. Завтра у нас генеральный прогон, послезавтра самый главный концерт, самый важный. Надо быть всем в форме. Поэтому, ребята, пожалуйста, режим тишины. Мы сейчас молчим, очень тихо себя ведем. Завтра будет у нас прогон с 11 утра.
Это не очень удобно, но не очень будете распеты, но ничего страшного. Зато мы потом спокойно после обеда отдыхаем, молчим, набираемся сил перед концертом. И концерт у нас будет непростой. Вам вожатые потом расскажут, как дальше вы будете выезжать отсюда. Как, пока еще мы сами не знаем. Здесь все зависит от погоды. В общем, есть сложности. Но самое главное, что вам необходимо завтра в течение дня собрать все свои вещи, чтобы они были готовы к выходу в течение дня. Потому что мы рано утром, послезавтра, уже едем сразу в Мариинский театр. Может быть, заедем в гостиницу, поедим очень быстро. Поэтому режим тишины. Никто не орет, не визжит. Спокойненько отдыхаем. Спасибо.